Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Память святой мученицы Трифены. Святая мученица Трифена происходила из города Кизика. Она была дочерью христиан Анастасия Синклитика и матери Сократии. Святая добровольно предалась на страдания. Всенародно изобличив идольское заблуждение и безумно чтущих идолов как богов, она убеждала отречься от суетного поклонения и обратиться к истинному Богу. За это правитель города Кесарии повелел вернуть ее в разжженную печь, но святая мученица вышла оттуда невредимой. Потом она повешена была на высоком дереве и низвержена с высоты на острые гвозди, после чего предана на съедение зверям, но они не коснулись ее. Наконец она была растерзана рогами рассверепевшего вола. Сохранилось известие, что там, где истекала ее кровь, истек источник воды, от которого многие получали помощь и исцеление. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.